Вітаємо, друзі, вас, тих, хто щойно долучився до нашої програми. Незвичайно ж дякуємо тим, хто починаючи з 8-ї години разом з нами, з програми «Новий день». А сьогодні ми вже розпочали святкування Дня Святого Валентина, і всі гості, які приходять до нас в студію, вони також якимось чином, але все ж таки пов'язані із цим прекрасним почуттям. А сьогодні до нашої студії завітав іще один гість, В'ячеслав Симченко, керівник Миколаївського тепловозремонтного заводу. Вітаємо вас, дякуємо за те, що завітали до студії. І так, скажемо так, всі знають вас как серьезного человека, все-таки такой образ, да, создан уже. Но редакция «Нового дня», порывшись на просторах интернета, узнала вас еще как писателя. Ну, это громко сказано. Ну, громко или нет, но все-таки, что есть, то есть. Это как бы не скрыть. Легкое графоманство. Это, знаете, вот все-таки хорошая вещь, когда авторы говорят так скромно о себе. Скромность украшает. Да, скромность украшает всегда. Тем более творческих людей. Но все же, хотелось бы узнать, как давно вообще увлекаетесь все-таки? Ну, скорее тут можно говорить, как давно я перестал этим увлекаться. Ну, это было лет 10 назад, был такой период натхнения, что называется. Mm-hmm. Ну, может, чуть-чуть другой образ жизни. Тогда был сейчас больше суеты, хлопот. И сейчас, когда, опять же, немножко пишу, это все больше на такие насущные, актуальные темы. Mm-hmm. Это экономика, политика. Ну, потому что мы, у нас то есть на уровень сейчас более слишком практически прошли, ну, да? Ну, да. Не знаю, хорошо это или плохо, наверное, плохо, но... Но в любом случае, самое главное – получать удовольствие от того, что делаешь. Хотелось бы спросить, вот все-таки, когда вы писали эти еще произведения о любви, скажем так, да, кто первым выступал как критик, возможно, или как читатель? Ну, первый читатель и основной критик – это, конечно, всегда была жена. Потому что всегда кто рядом, да, он всегда принимает и положительные, и отрицательные эмоции, поэтому всегда она первая читала все то. А скажем так, по секрету, все-таки какая была оценка? Ну, как бы так подемократичнее сказать, даже если она хотела делать какие-то критические замечания, вот она сдерживалась. Ну, конечно, как можно любимому человеку как-то раскритиковать его произведение? Поэтому мудрая женщина, она всегда понимает, что мужчину надо все-таки лучше гладить по шерстке, чем вроде, да. Тогда им легче управлять. У вас много произведений, они разные, но мы выделили одно произведение, которое имеет романтический подсмысл. Мы бы хотели зачитать несколько строк из этого произведения. Так вот, в тот вечер мне казалось, что и моя душа открыла все свои двери и даже окна. В общем, заходите, люди добрые, берите, что хотите. Причем разум этого вовсе и не хотел. Но в его силах было разве что взять на себя функции вахтера, впускать только тех, кто не навредит. И дождавшись, пока кто-то не попытается ворваться силой, закрыть наглухо все двери, спрятать ключи подальше и заколотить окна досками. Ну а пока я была как улитка, которая выползла из своего домика и забыла, где он остался. Довольно-таки романтичный отрывок, и вот нам интересно, вы в жизни такой же романтический человек? Ой, вы знаете, наверное, по-разному. В принципе, каждый заставляет быть неромантичным. Да, каждый это, человек, да, в разных этапы жизни, в разные обстоятельства, он проявляет себя по-разному. Все мы дети в душе, все мы романтики. Иногда мы прячемся, ну не то что прячемся, вот это большое нагромождение вот этих вот забот, хлопот, проблем. И мы все такие серьезные, мы все с такими с надутыми щеками. Нахохлились. Да. И иногда расслабляемся только с друзьями на кухне за чашкой чая, за бокалом вина. А на романтические поступки вы способны? Раскручивает, Конечно. Каждый человек, опять же, он способен на эти поступки. Но для того, чтобы их совершать, всегда необходима вот определенная, ну, мотивация, определенная среда. Знаете, под любой поступок с любого человека всегда можно подвести. Знаете, сейчас вот популярно в нашей программе сегодня тоже мы показывали такой вариант, когда вот оригинальное признание в любви. А помните ли вы, как признавались в любви жене? Ой, так, господи, так, это было так давно. Но все-таки вот. Как это было, вот хотя бы. Как говорила Фаина Георгиевна. Конечно, Георгиев, позвонить бы жене, она бы рассказала. Она Невская, да, сразу пришла одна ее вот цитата. О боже, я так стара, что еще помню порядочных людей. Это было на бескрайних
просторах колхозных, помидорных, потому что тогда еще студентов регулярно отправляли. Эксплуатировали, скажем так. Да, на помидоры, на картошку. Это был там буквально первый курс. Ну, это тоже романтика. То есть вот так было, скажем так, ну, романтично. Я хочу сказать, что многие тогда... Господи, как давно это было? Ну, самое главное, что в памяти все освежается, и приятно от этих воспоминаний. Почти 30 лет назад. Ну вот, а воспоминания все-таки есть, видите? Знаете, мы все-таки с некоторых ваших произведений взяли отрывки, и сейчас вам предлагаем такой небольшой интерактив. Потому что для наших телезрителей это очень неожиданно было узнать о том, что вы писатель, который пишет еще и романтические произведения. И мы решили устроить вам небольшую такую проверочку. Мы всегда делаем небольшие сюрпризы для наших телезрителей. Я писал 10 назад, ну ладно. Скажем так, вот еще предвопрос перед этим интерактивом. Перечитываете ли время от времени эти произведения? Нет. Ну, зачем? Это... Все, тогда это будет конкурс чистый. Это... Почему человек пишет? Ну, за исключением тех, для кого это работа. Да, вот был какой-то позыв душевный. Надо да, было вот что-то, да, хотелось высказаться, что называется, поговорить с умным человеком, с самим собой. Поэтому вот как бы выдал это вот в эфир, в пространство. Вот, ну выдал, все, на душе полегчало. Зачем потом возвращаться? Идем тогда по очереди. Первый отрывок. Что же все-таки, как не по инструкциям, так по понятиям. И никак в толк не возьмете, что жить и управлять нужно всего лишь по любви, по уму и по совести. Тогда и рейтинг будет в полном порядке, и не надо будет бояться, что с гарантии снимут, потому как гарантия будет сама, что ни на есть гарантированная, выданная народом. Это было как раз вот, из той серии последняя, как раз переход от романтики к политике. Да, было такое, беседы по душам. Да, есть. Я хочу перейти к второму произведению. Скажу, что у меня как женщину оно очень задело и заиграло на струнах души. От бессилия аж выть хочется. Вдоль стен сидят счастливые будущие мамашки в очереди на всевозможные УЗИ, замеры, промеры, осмотры. Им тут так уютно и спокойно, несмотря на слегка обветшалые стены, старомодные стулья и не очень ровный потолок. Они не понимают, каково это чувство, когда, потупив взор, стараешься как можно скорее выйти на улицу, подальше от этих дверей с табличкой. Когда каждая ступень, трещина, это давно построенного здания, оглушительно кричат тебе на ухо, ты здесь чужая, прочь отсюда поскорее. Да, это такой вот рассказ, который он... была ситуация некоторая, у меня было несколько ситуаций, они никак не связаны были между собой. Вот. Ну, каждая из них по отдельности, что называется, цепанула. И вот, скомпилировав это все там, на одной, на двух страничках, получился этот аппетит во время еды. Отлично. Хотелось бы вот спросить, первый отрывок, который ты начитала, и второй все-таки рассказ от имени как бы женщины. Вот, как мне тоже интересно, как у вас появляется такой талант заиграть на струнах души женщины, что когда я читаю... Тем более, что женщины, понимаете, судя по тому, что играет у нее на душе, это значит у меня было точно. Такое ощущение, что я читаю рассказ подружки, которая со мной делится. То есть четко и от мужчины этого я не ожидала. Ну, да. Даже не знаю, это как комплимент или как. Это комплимент, потому что вы раскрыли душу. Знаете, вот самый первый рассказ, который я тогда наваял, это был просто такой период очень большой сильной утомляемости физической. Там, помню, у меня было больше 10 лет просто без отпуска. И у меня дикое желание было... хотя бы вот там на 3-4, на 5 дней куда-то удаленный уголок, так, чтобы не было связи телефонной, чтобы никто меня не жужжал. Спрятаться, как улитка. Да, да, абсолютное уединение. И я начал себе фантазировать, вот как бы, чтобы оно могло бы произойти, если бы вот я так все бросил и уехал бы куда-то в удаленный отельчик, каким он должен быть, где, как и что могло бы быть, какие могли бы быть там происходить события. После того, как я это себе нафантазировал, там, конечно же, была встреча с женщиной. Вот, я подумал, ну вот интересно, как там такое
как мне показалось, если бы я фантазировал, может быть, не очень тривиальное завершение этой встречи. И стало интересно, как бы чувствовала себя вторая сторона в этом событии. С другой стороны, да, с другого ракурса. Ну что ж, вы прошли тест, помните, все-таки, видите. Хотя, конечно же, скромничали, говорили, что 10 лет прошло. Мы предлагаем вам сейчас написать небольшое пожелание. Сегодня все гости нашей программы пишут пожелания. Пожелания кому пишут? Зрителям, всем, ну и новому дню тоже. Он меня хочет только твердить. Зато вот, авторский. Да, это уже тоже хорошо. Ну что ж, действительно, время подходит к концу, конечно же. Мы должны сказать нашим телезрителям огромное спасибо за то, что были вместе с нами. Программа «Новый день» действительно добегает уже завершения. Приємно, що ось так наостанок є можливість поспілкуватися з хорошими людьми. Дякуємо вам за пожелання від нашого гостя «Любіть всі». Я нагадую, що сьогодні ви зустрічали ранок у компанії Віктора Дяченко. Та Інни Савіцької. Дякуємо вам, дякуємо нашому гостю, який сьогодні завітав до нашої студії. А я єдине, що зроблю, це наостанок ще прикріплю останнє серце. Кохайте і будьте коханими. Дякуємо вам, до наступних зустрічей.